Всем привет, ребята! Вы смотрите Софмик Шоу и со мной моя любимая сестренка Мимилашка Кидс. Я тебя люблю. Да. Ну что, сегодня у нас челлендж. Какой у нас челлендж? Что же мы будем делать? Мы сегодня будем клеить только Сони ногти. Я хочу пить. В общем, а тем временем... Я найду. Да, сейчас я вот сюда вот. Ленина, мы сейчас ваши крылья спасем. У нас тут не только ногти. У нас тут еще и ночник. Светящаяся фея. Ну что, поехали. Я. Не забывайте подписаться на мой канал. Поставить. И на мой канал не забудьте подписаться. Поставить лайки. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видосики. У нас они очень интересные. Ну что, давайте открывать набор. Ты Милана зовут. Я хочу Ми. Ну ладно, Ми так Ми. Это у тебя что тут такое? Что у нас есть в наборе? В наборе у нас есть вот такая вот колба с ультрафиолетовым светильником. Крышка это такая. Нет, это розовый. Да, для феи. Вот это у нас будет ночник тоже. Это у нас волшебные кристаллы. Вот кристаллы. Это у нас алебастр. А это желтый краситель. Это у нас есть волшебная паста. Вот. Это наши акриловые краски, неоновые, оранжевые и розовые. Это наклейки на наши колбочки. И вот наши блесточки, такие вот, да, блесточки. И наши ногти. Ну что, мы уже приготовили все для нашего первого опыта, да? Ну вот, сейчас мы 240 миллилитров холодной воды выливаем вот сюда. Это будет у нас ночник. Три капли надо. Три капли? Давай вот так вместе. Пять! Сейчас ты их не можешь просыпать, поэтому мы добавляем блесток и я. Нет. Да. Мы. Давай вместе. Ну что, ребята, у нас теперь, у меня будет ночник у Сони Фели. Украшаем ночник. Да. Наклейками. Да. Здесь вот у нас такая катет. Ну все, наливаем вместе, давай. Держи. Ты обычный палец бока. И у нас такой. Сейчас покажу, какой. Ну все, мы уже сделали ночничок. Смотрите, какой он у нас красивый получился. И у нас сейчас будет очередной опыт. Мы будем делать нашу фею вот в такой колбочке. Не забудьте подписаться на наш канал, потому что мы так ради вас стараемся, чтобы вам было интересно. Поставить нам лайки. Мы сейчас будем делать крылья.
Сейчас нам понадобятся волшебные кристаллы. Это у нас вот. Вот, засыпаем наши кристаллы в пластмассовый пакет. Большой уходит к большим бутербродам. Ну все. Сейчас мы берем нашу ступку. Там написано было скалкой, но мы берем ступку. Так, кладем туда. Ну все. Вот так вот высыпаем наши кристаллы. Да. Высыпаем алебастр, 3 ложки. Я буду. Потому что если теперь я мультик, я найду. Сейчас мы считаем до 60 секунд. Пока не загустеет наша смесь и все пузырики не поднимутся. Подожди. Раз. 2, 3, 4, 5. Все, и выливаем в наш. Не, мы сейчас ваши крылья спасем. Дуга. Дуга, я знаю. Надо вот в этой штуке точки вот так ее заставить. Я делаю точки. Нет, я делаю точки. Ну, ребята, нам пришлось переодеться, потому что мы прочитали начало инструкции и как бы испугались за нашу одежду. Кстати, этот цвет подходит под мою футболочку, мой образ. А сердечко форма под мою. Мы сейчас будем делать ногти накладные. Нам надо 3 вот таких вот ложечки. Это раз. Можно сейчас ты вылишь. Я налью, а ты выльешь. Вот, все, давай, выливай. Держи. В общем, а тем временем... И я налью. Да, сейчас я вот сюда вот. Нам надо тоже 3 вот таких ложечки. Выливай. Все, и перемешивай палочкой. Дай я сама. Ой. Надо вылить в нашу форму сердечко. Сейчас мы ее будем из стороны в сторону трясти. Вот. Сейчас это и буду делать я, потому что ты можешь случайно пролить. Вот, в общем, мы распределили все. И сейчас мы вот так вот ставим это. Теперь нам понадобятся вот такие вот. Ты какой будешь цвет? А я буду... Нет, выбирай закрытыми глазами. За спину давай выбирай. Энки-бенки-бак. Ура, мой любимый цвет оранжевый. Сейчас нам надо потрясти вот так. В общем, нам надо каждой краски по 5-10 капель. Ты что, какой сначала? Это, да? Хорошо. Я уже. Я как в школе буду так мальчикам радоваться. Они от этого в шоке будут. Ну почти доделали. Мне Миля, у нее 3 ногтя. Она мне не дает 2 ногтя, чтобы моя ручка стала полноценной. В общем, ребяточки, я такая ногтерищая. Да. Вот. Сегодня мы с вами попытались сделать ночничок, и он у нас получился. Вот сейчас я как-нибудь вот так. Вот. Ночник. Да. Ночник. Мы попытались с вами сделать фею светящуюся. Вот. И мы сделали такие ногти. Они вообще должны были вот быть вот с такой краской неоновой. Вот. Но не сошлось. Мы не рекомендуем покупать вот этот вот набор, потому что тут, ну, как бы у нас вообще не получилось сделать неоновые ногти.
Ну, как бы нам прикольно просто их приклеить, но мы ожидали намного большего. Все, что у нас получилось, это только сделать вот такой ночник, ну, который тоже сомнительный, и из него все выливается. Ребята, подписывайтесь на наш канал. Вы еще не подписались? Тогда мы считаем. Раз, два, три, четыре, пять. Подписались! Вы молодцы! Ну, все!